Всем привет, с вами канал Upwheels, и сегодня у нас очередная охота. Я продолжаю вам показывать самые красивые места Минска, и вместе мы охотимся на самые интересные тачки. Итак, сегодня у нас, давайте глянем. Сегодня у нас, ребята, Данамол. Данамол, и хорош он тем, что находится рядом с нашим монументальным зданием в Беларуси. Это у нас библиотека в форме алмаза, очень красивая постройка. Как-нибудь мы заберемся на него летом, и наверху есть смотровая площадка, где можно насладиться прекрасным видом на город Минск. Потрясающее место, как-нибудь вместе поднимемся. Ну а слева, собственно, вот этот Данамол. Виктор Автоход частенько любит здесь бывать. Здесь тоже очень шикарно, много магазинов, много всего интересного. Я думаю, что сегодня вместе с вами мы что-нибудь также найдем. В общем, Данамол, канал Upwheels, подписывайся, а мы начинаем. Ребята забрались практически на самый верх. Сзади меня магазин Фантастик, наверное, с него и начнем. Потом пойдем дальше. Буслик, возможно, еще какие-то магазины. В общем, подписывайтесь, сейчас глянем, какие модели мы встретим. Upwheels всегда на связи. Поехали. Фантастик можно узнать именно по фирменному расположению модели. Такое я видел только в Данамол. Видите, одинаковые машины, все развешаны практически в ряд. Но я не знаю, насколько для нашей это охоты хорошо. Хочется, конечно, больше разных машин. Когда ряды просто одинаковых машин, это немного удручает. Но с другой стороны, не надо копаться, что-то выискивать. Ты можешь вот так вот сбоку глянуть. Раз, посмотрел, одинаковые. Ну и одинаковые. И так дальше опускаешься. Да, недавно бывал тут Виктор Автоход. Смотрели. Тоже делал отсюда репортаж, интервью. И рассказывал, да, такое, про такое расположение и про такую особенность данного магазина. Так, ну, смотрите, вот этот Мустанг я бы сразу же отметил. Очень интересная тачка, кастомная. Мне многие писали после прошлой охоты, что ты его не купил там. Ну, у меня он есть, конечно, у кого нету, рекомендую взять. Кажется, что тут вот и бампер отстегивается. Вроде нет, отстегивается. Так, Ford Escortик тоже очень интересно. Давно такого не видел. Именно такую модель находил ID. ID у меня есть. Распиливали, делали видео. Ищите на канале. И вот что здесь бы отметил. Неплохая вот такая вот формула. Инди 500 овал. Гоночка формулы 1 можно подыскать. Ну, то есть выбор такой немного old style. Что-то можно найти, что-то посмотреть. Я не буду сильно как-то углубляться либо заострять ваше внимание, потому что так вот окинул взглядом, вот я не знаю, как вам такие модели. Это по мне, так это еще хуже фантазийное, непонятно что, насколько это актуально. Вот, кстати, интересная Shelby Cobra Color Shifters. Вот эту я впервые встречаю. Если вы хотите взять именно модель, которая изменяет цвет, то вот, например, Shelby Cobra я такую не видел. Скорее всего, меняет с желтого на белый. Ну да, видите, можно углубиться и что-то глянуть. Но опять же, Бэтмены такого немного фантазийного характера. Вот это вот Шевель. Не знаю, насколько они представляют ценность. Посмотрите, планочки есть разных абсолютно цветов. И так, значит, у нас тут поршики висят красные. Ну, сразу, да, сразу можно отфильтровать, что надо, что не надо, и глянуть вместе. Так, тоже смотрим. Это, по-моему, говорили из какой-то игры машинка, если я не ошибаюсь. Так, это из Hot Wheels Legends. И смотрите, мотоцикл. Прикольная ли эндуро, у меня такой есть, ребята, у меня такой есть. И Фантастик еще нас может порадовать вот этой вот серией замок. Вот не часто, кстати, встретишь эти модели. Вот Плимус Дастер Трастер. Вот такое название.
50 лет Hot Wheels, 10.91, в принципе, не сильно-то и дорого. Вот мне такой, кстати, Plymouth очень нравится. Можно рассмотреть замок вообще. Серия, которая у нас достаточно давно появилась. Вот, вроде как ее только в Америке продают. И она была создана для сетей Walmart. Как бы такие машины без покраски. Хотя, видите, языки пламени у нее есть. Ну и ценник немного снизили. Немного снизили. Камара неплохие. Неплохие машинки. Вот, когда-то я их покупал на акции. 2 по цене одной. Смотрите, какая девушка стильная на тачке. 2 по цене одной взял. И у меня где-то, по-моему, ой, среди моей большой коллекции они лежат. По-моему, даже в загородном доме, если я не ошибаюсь. Вот, ну, что-то вы знаете, посмотрели. Сразу, конечно, невооруженным глазом видно, что давненько не было каких-то пополнений, давненько не было новинок. Но, тем не менее, можно поохотиться и найти что-то интересное. Вот тоже Виктор Автоход на газонокосилке обращал внимание. Да, они Treasure Hunt, ребята. Видите, значок Treasure Hunt имеется. Поэтому сколько у нас тут? 4 Treasure Hunt можно брать. Опвилс, подписывайтесь. Расскажу на охотах, где трежики. И не благодарите, как говорится. Это именно... Я думаю про этот случай. Ну, немного трасс, конечно же. Хотелось бы новинок, хотелось бы обновиться наконец-таки глобально, а то там как-то какими-то урывками все поступает. Но, тем не менее, пока ждем, пока ожидаем. Вот такой вот выбор. Обвил, всегда на связи. Традиционно для своих подписчиков нашел очень выгодное предложение. Ребят, смотрите. 50%, кто собирает масштабные модели, скидочка на эту Ладу 111, как вы видите, можно взять за 13 рублей, это примерно 4 доллара, так, и смотрите, здесь немного масштабного, тоже интересные модели, AMG GTS есть, и где-то, смотрите, и где-то прикольная Бэха за 4, RMZ City, да, многие меня откритикуют, скажут, какой-то Китай берешь, какие же это модели. Ну, ребята, мы делаем обзор на то, что есть, и каждую марку, каждый бренд уважаем. Смотрите, какой пикап с Харли Дэвидсоном. Вот впервые, честно говоря, такую коллаборацию встретил. Как он смотрится от Маиста, по-моему, просто шикарно. Так, вот эти мотоциклы Харли тоже раньше видели. Да, классные мотики, конечно, где-то ехать расслабленно, наслаждаться закатом на Диком Западе и просто получать удовольствие для этих тачек. И смотрите, тоже коллаборация Маиста с Харлеем сзади. По-моему, топово, ребят. Такого, честно говоря, не встречал. Обязательно лайк, обязательно подписочка, если любишь мототемы. Ну и второе интересное предложение. Смотрите, есть машинки RMZ City. Скидочка 30%, ребята. Подписывайтесь на канал, пишите в комментах. Расскажу, где можно приобрести весь полный набор. И Maserati присутствует. И X6. Посмотрите, X6. Какие заниженные колеса, клиренс. Топчик, да? Так, можно приобрести. Так, и Bentley у нас тут есть. И M5, если хотите. Всего-то 5,80. Это примерно 2 доллара. И AMG C63S тоже есть. Всего-то 2 доллара. Не так уж и дорого. Вот. Ну, как контент, как для запусков эти машины пойдут. Для коллекционирования, конечно, на любителя. Так, яйца 7.41. Это дороговато. Ребята, наверное, здесь все. Пойдем дальше. Обвилс, не забудь подписаться и колокольчик прожимай. Поехали. We'll be right back.
Итак, ребятки, буслик, 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 буслик. Ну, как видите, сразу показал вам стоечку. И по количеству моделей можно определить, что тоже давно не было обновления. Верхний этаж какие-то черви атаковали. И к тому же, помимо того, что не было обновления, количество машин особо не радует. Вот, это да, это в большинстве своем прошлые кейсы, которые мы уже с вами рассматривали примерно годовой давности. Примерно год назад я их покупал. Так, трешечки, посмотрите. Кионис КС-ка сверху, кто искал сразу же. Ниссанчик. И такая гоночная машина, вот даже не знаю. Похоже на какой-то американский мускул кар. Напишите в комментах. Вот, Кионис, в принципе, неплохая троечка. И по троечкам, да, в коротких видосах я уже делал парочку зарисовочек для вас. Вот это тоже неплохая троечка. Вот тут, по-моему, Уракан синий. Снизу тоже а-ля Muscle Car какой-то Ford. И сверху, если я не ошибаюсь, McLaren. Красивый цвет. Вот трешечки, да, трешечки, ребята, обновились. И наборчики обновились. То есть можно что-то поискать. Вот эти... Знаменитый набор Hot Wheels Legends. Twin Mill внизу. Да, вот такое вот обновление. И так. А, еще хотел вам вот эту трешечку показать. Сейчас, секундочку. Вот да, здесь смотрите, здесь красная Галларда сверху. Красавица, очень красивый цвет. Потом, по-моему, Доджик вторая. И GMC Циклон. Хороший синенький цвет. Вот эта трешка тоже достойная. Так, 22 рубля, в принципе, не так по-космически стоит. Но вот ее можно покупать, если вас заинтересовало. Так, нечто старенькое из матчбокса. Тоже тут уже такая сама коробка уже повидала виды. Опять же этот мустанжик валяется, который мы рассматривали с вами. Так, а вот это как трамплин, может, можно использовать? Нет, показано, что просто тачка, по которой все, по которой, в принципе, можно что-то транспортировать, либо как эвакуатор использовать. Вот, кто-то спрашивал, остался ли у нас премиум. Остался. Вот премиальная тачка из Форсажа, Ford Gran Torino Sport. Классный, но цена 30 рублей, ребята. 15 долларов почти. Это, ребят, дороговато. Дороговато. Так, значит, пиранья. Значит, Monster Truck. Это что-то из новенького. Очень классная, красочная. Просто хочется купить. Такой, конечно, фантазийностью отдает, но тем не менее. Так, что из Monster Truck? Стильный такой тоже грузовичок. Красивый. В красивой раскрасочке. И... А это у нас аналогично, да, ребята, да, так. Это уже видели, буншейкер грязевой. Так, и эти тоже уже серии, к сожалению, не сильно новые, не сильно новые. Спайдермен старый. Тоже такой спайдерменчик старый. Не сильно новый. И очень прикольная Ниндзя черепашка Midnight Otto. Блин, прикольная. Очень красивая и очень впечатляющая. Так, стоит, в принципе, 9 рублей, ребята. Мэн можно уже за 9 встретить. Вот. Это, кстати, скорее всего, старые цены. И цены обновятся на рублей 12. Будет стоить 100%. Поэтому Ниндзя черепашка, ну, можно обратить внимание. Классная модель. Есть просто особые любители, которые собирают фантазийные машины каких-то героев фильмов, и это вполне может без всякого сожаления пополнить вашу коллекцию. Хочу, кстати, Overwatch вместе с вами глянуть серию. Так, это Suzuka, неплохая машина. А вот Виктор Автоход говорил, что у нас, значит, этот Overwatch как Toyota Supra.
Ну, по мне так не сильно, по-моему, похоже. И Supra ли это, Power Pro. Хотя, если сильно не придираться, вполне похоже. Интересное антикрыло сзади. И такая стилистика. Ну, многие просят Supra. У меня есть Supra часто. Гоночки устраиваем. Поэтому подписывайтесь на наш канал. Делаем тесты машин. Такой вот ростер. Тоже серия Ниндзя Черепашек. Так. О, смотрите, кое-что интересное нашел. Канки Кап. Это машина, которая меняет цвета. Вот такой реально не видел. Я вообще так сдали, подумал, что это Мерседес. Скажите, похоже. Опа, Color Shifters. Это машина, наверное, этого лондонского такси, возможно. Кап. Можно иногда что-то встретить по Color Shifters интересное, но цена 20 рублей, как говорится, бывало и подешевле. Бывало и подешевле. Если фанаты Color Shifters, напишите в комментах, есть ли у вас машины данных серий. У нас, по-моему, есть. Как-то на ТикТоке выкладывали. Так, это была, по-моему, Супер Трежихан там, но... И в этот раз удача отклонилась или не улыбнулась нам. Ну ничего, не будем отчаиваться. Вот такой вот прям для монстр траков, смотрите, интересно. Вот прям запускаешь в кольцо и его раскручивают. Нифига себе трасса. Наверное, космос стоит. Сколько она стоит, давайте глянем. 144 рубля, примерно 60 долларов. Ну бог его знает. А на трамплине подлетает и прям в какой-то круг опускается. Но по трассам, да, по трассам. Тут что только не придумывают. Видите, и с кольцами есть трассы, и с петлями. Но все надо тестировать. Сразу скажу сразу, проходя тесты, хотел сказать вам, что не все машины способны. Как бы на это все нарисовано, на эти трюки. Не все машины способны. Все нарисовано, как бы они вот так вот прыгают, скачут. Но когда покупаешь реально... Все может отличаться от картинок, поэтому смотрите наш канал, мы делаем свои трассы, мы делаем тесты машин, задавайте вопросы в комментах, по крайней мере расскажу. Вот эта трасса интересна в соревновательном плане, смотрите, две тачки стартуют с одного места, притом вот эти вот можно заменить, продлить трассу, и они, предположим, стартуют, делают петли и возвращаются, и кто быстрее, вот. Эта трасса в соревновательном плане должна быть хороша по контенту, но опять же цена 136 рублей, ну 136 в принципе, я ее, по-моему, и под 200 видел. Тут тоже с прыжками 136 не так уж и дорого. Уэлли, ух ты, смотрите, какой выбор. А это, представляете, это, чтобы вы понимали, по Уэлли целый такой бак набит. Ну, Виктор Автоход вот коллекционировал яйца, но правильно отметил, что часто по ним повторки бывают. И интерес покупать их также пропадает. Так, можно встретить такого Hot Wheels Characters. Вот эту вот тачку посвящаю хейтерам и злобным комментаторам. Вот. Пускай она останется для вас. Слава богу, на канале в большинстве своем у нас светлые, позитивные, добрые люди, подписчики. Поэтому всегда оставайтесь в позитиве. Свои негативные эмоции, ну, вы подарите другим, поверьте, они вернутся к вам вдвойне, а может быть и втройне. А позитив, он всегда преувеличится. Поэтому оставайтесь всегда человеком, не теряйте лицо. Пишите хорошие комментарии, ведь люди снимают, стараются для вас, делают контент, это как минимум надо уважать, ребят. Ну, еще раз скажу, что в большинстве своем у нас адекватные люди, поэтому огромное спасибо, подпишитесь на канал, мы делаем для вас интересные вещи. Так, смотрите, какая... Вот, что только не придумают, прям выскакивает из пасти монстр трак. И на этом треке из пасти, бог мой, трудно сказать, динозавра, либо бегемота.
по фану сегодня с вами прогулялись, посмотрели, показал вам Данну, мол. Вот эти Monster Truck'и тоже неплохие, кстати. Просили сделать обзор на Monster Truck'и, но я не сильный любитель, но, возможно, ради обзора как-нибудь что-нибудь себе прикуплю. Напишите в комментах, делать ли обзоры. И вот такие неплохие вот для транспортировочки, для хранения. Тоже как-то уже вам показывал. 103 рубля, да, дороговато. По-моему, можно было и за 70 купить. 103 рубля примерно $42, $40, где-то так. Павелли, ищу Павелли вместе с вами. Модель 1.60, но не вижу. Наверное, нашего масштаба только яйца. А по масштабным моделям было у нас отдельное видео. Тоже, в принципе, проходились, смотрели эти тачки. Многое вместе с вами разбирали. Вот. Мотоциклы тоже не раз рассматривали. Хорошие были мотоциклы. Так, давайте Уракан покажу вам. Классный Уракан в зеленом цвете. Очень хочу найти премиальную модель Уракан. Тоже в зеленом выйдет. На резиновых колесах. Так. Неплохо. Это все. Вот. Бурага. Ну, Бурага — это тоже такой бренд, конкурирующий в основном с Велли. Это у нас Маиста Бурага. Вот, неплохой вайперчик. И Mercedes-Benz SL65 AMG Hardtop. Ну, моделька вполне себе впечатляющая. Так, Alfa Romeo 4C. Вот не часто встретишь Альфу. Тоже неплохо выглядит. И Mercedes GLK. Так, хорошо. Тоже Бурага посмотрели. Ну и мотики, под конец мотики от Бурага. Как видите, охота была интересная. Тоже посмотрели, походили с вами по магазинам. Что-то поискали, например, вот такой Citroёn 20CV. Видите, в таких загажничках можно найти. Посмотрел, рассказал вам опять же про скидки, про то, что где можно встретить. Наши любимые модели Линхуй Models. Как вам название бренда? Самое главное, что у них есть Bugatti Veyron. Ну или, по крайней мере, аналог его. Вот такая вот была охота. Ну ничего, ребята, ждем новинок. Будем снимать дальше, будем делать обзоры. Обвьюз, подписывайтесь. Сегодня охотились в Данамоле.